В день памяти и скорби у памятника Героя Великой Отечественной войны собрались взрослые и дети из Центра детского творчества «Приокский» и школы номер 48 города Рязани. У нас много мероприятий патриотической направленности. И я думаю, что вот сохранение памяти о героях войны, о прошлом нашей страны очень важно для воспитания детей. Среди учащихся провели викторину на знание улиц с фамилиями героев Великой Отечественной войны. Ребята назвали улицу Фирсова, Депанова, Каширина, Рытикова. А еще мальчики и девочки подготовили к мероприятию стихи о войне. Я вас призываю, нам всем это нужно. Пускай на земле будет мир, будет дружба. Пусть солнце лучистое всем засияет. А войны никогда и нигде не бывает. Ребята рассказали, что понимают, насколько важно не забывать о такой печальной дате, как День памяти и скорби. Ведь именно 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Я считаю, у нас сейчас проходят выпускные, а в те 41-е годы мальчишки, еще окончившие 9 класс, уже уходили на фронт. Они отстояли честь и свое звание. Юноши и девушки рассказали, чем известен герой Советского Союза Владимир Молодцов и почему они почтили его память. Да, он капитан, работал, насколько я знаю, в диверсионной группе, возглавлял ее, был расстрелян фашистами. Герой считается за то, что он не выдал своих до последнего. Это важно, да. Не предать своих в первую очередь, не предать себя. В завершении мероприятия собравшиеся возложили к памятнику Героя Великой Отечественной войны Владимира Молодцова цветы. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».